друзья, запустили мы трактор Кировец 744, который у нас был с Мерседесом. Собирали мы его с двигателем 7511. Думали, тяжело запустится, но хорошо запустился, смотри-ка. Считай, зиму простоял, ну как зиму. Ноябрь, декабрь, январь. Ну, грубо 2 месяца простоял. Он у нас уходит в Челябинскую область. Трал сегодня приехал. Хотели его погрузить. Но в итоге тральщик говорит, что снегобарит не возьмет. Поэтому сейчас с нашим тралом решили его. Договорились, что наш трал будет отправлять. Сейчас на этой неделе разрешение будем оформлять. И уже трактор отправлять в Челябинскую область. И обратно тоже трактор приедет на капитальный ремонт. Погрузчик выкатили. Это у нас башкирский погрузчик. Вот так вот он у нас выглядит. Вот так вот он у нас получился. Красавчик. Произвели полный капитальный ремонт. Резина здесь осталась своя родная. В остальном все капиталили, все собирали. Ну и этот трактор у нас уйдет в Алтай. В Алтайский край. Также, друзья, привезли трактор на капремонт из Лаишевского района. Такой вот трактор. Внешне вот так вот он выглядит. Ну, чем-то кабина на ЗСТ похожа. Может, это и есть ЗСТ? Надо посмотреть по СМ-ку. Заказчик приедет, и уже будем разговаривать, что будем ремонтировать, что будем менять. В общем, составлять техзадание на ремонт данного трактора. Может, и кабина будет на нем другая. Ну, это все обсудим уже. Поэтому, чтобы не пропустить новости по данному трактору, что у нас получится из него, подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы когда новый ролик выйдет, вышло вам уведомление, и вы ни в коем случае не пропустили данный ролик. Ну и в продаже пока стоит также Т-150. Пока стоит, по Т-сику ни одного звонка нет, друзья. Видимо, особой популярностью не пользуются. У кого есть, друзья, ремфонд, нужен ремонт таких тракторов, звоните, обращайтесь, полностью разберем до рамы и уже с рамы соберем вот в такое вот состояние. Резина здесь, друзья, подарок будет новая, поэтому хейтеры, которые пишут, а не могли даже резину поменять. Резина здесь, друзья, подарок будет новая, поэтому не переживайте так сильно. Для Татнефти то, что собираем, 744-2,
Тут вот так вот уже будем закрывать жестянкой. Вернее, уже закрыли на одной кабине. Вот в прошлом году собирали для них 744-й. Кто не видел, может перейти на канале во вкладке видео, отмотать на один год и увидите там, в каком состоянии трактор у нас получился. То есть как мы сделали кабину. Ну, крылья здесь, друзья, родные, свои. У него крылья в хорошем состоянии были. Друзья, еще один трактор к нам привезли на капитальный ремонт. Это уже от наших повторных клиентов из Сабов. Они у нас заказывали уже два трактора. Для них собирали. Вот у них один трактор работал. Они как раз вот осваивали земли на данном тракторе. И заказали сначала один, потом второй, 701 трактор. И привезли на капремонт. Отработал свое уже. Такой вот у него интересный фильтр. Вот такой вот мощный бампер из швеллера. Главное, значок есть. Вот лазерный запустим. Будем тоже такие же значки делать. Иншалла. Крылья передние помятые. Прогнившие. Коробка старого образца, корпус, ну сам фильтр у него внутри получается, у нового образца уже корпус фильтра снаружи стоит. Такой весь в масле уже, подтекает. Ну тут я смотрю, энергачи уже стоят. Опа! Все, батарейка садится на холоде. Дверь шатанная, дверь уже под замену здесь. Скорее всего, наверное, нового образца будем двери ставить. Ну да, кабина здесь ушатанный хлам.
Надо будет смотреть. Скорее всего, наверное, из другого ремфонда придется кабину брать. Потому что тут уже кабина. Тяжело будет восстанавливать. Проще, наверное, из ремфонда сделать ее. Ладно, давайте, друзья, перейдем в цех. Пока у меня батарея не села, расскажу, покажу, что у нас на сегодняшний день, как дела обстоят. Тут у нас собираются 703 трактор для Пермского края. Кстати, вот станок установили, покрасили в серый цвет. Это у нас станок для расточки трубы шарнира на трактор Кировец К744, К702, К703. И пермский трактор. На колеса уже его поставили. Он у нас пришел без колес. Колеса отдельно привезли. Все. Подготовили мосты. Откапиталили. По ходовой. Тут тоже мосты откапиталили. На одном мосту венец был негодный, венец заменили. И трубу шарнира здесь мы тоже все откапиталили, наплавили, расточили. В таком вот пока состоянии, друзья. Это у нас из Октанышского района трактор на частичный ремонт. Тут у нас ремонт двигателя, ремонт коробки и ремонт нижних тяг. Все. Давайте перейдем в сборочный цех. Зарядки осталось 10%. Быстро-быстро расскажу. Так что, если что, имейте в виду, может телефон выключиться. Значит, по трактору для Хакасии установили мы радиатор. Сделали обвязку. И сейчас готовим закладные на второй трактор 744. Сейчас собираем гидробак. Значит, он у нас идет полностью новый. Передняя, задняя полурама готова. Сейчас устанавливать. Сейчас поставим его. В общем, готовим закладные. Переднюю полураму подготовим, заднюю полураму подготовим. Коробка уже готова. После полного капитального ремонта карданы готовы. Полный капитальный ремонт. Новые гидроцилиндры. Бак на 744 мы установили. Новую резину установили Белшина. Бак нормально встал. Вал отбора мощности никак не мешает. Так что все нормально, друзья, получилось у нас тут. Главное, чтобы работал, главное, чтобы ходил. Вал отбора мощности не ломался. Сейчас нужно сюда комплектовать радиатор. А, ну и резину поменяли на тракторе для Хакасии. Новая белка, новые диски.
по кабине, пока проводим рисовочные сварочные работы. Ладно, все, у меня уже тут батарея 3%. Пришлось вот так вот быстренько вам все рассказать, показать. Ну и тут собираем кабину для 744. Такая вот мягкая эко-кожа, перфорированная. Ладно, друзья, всем пока. Ждите новые видосики. Ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал. Давайте, всем пока-пока.